А сейчас еще один сюрприз. Ровно месяц назад она стала мамой. Семья олимпийских чемпионов родилась в замечательной девочке. Вот она здесь снова, и она хочет радоваться для вас, потому что это самое дорогое, что есть у нее. Дарить вам радость и любовь. Спасибо большое, что ты сейчас здесь вместе с нами. Давайте же будем обратно в Петербург.